Декларация функции только одна, да, у нас, вы помните, да, декларирует функцию. Ну, вызывается она очень просто, да, аргументы там, области видимости не забудьте, да, у нас их ровно две. Никаких там цикл, идея, ничего больше нет. Только глобальная область и внутри функции локальная. Значит. Ну, статические переменные тоже. Помните, да, что это такое? Вот. И обратите внимание, мы еще к тому же результатом сегодняшнего дня мы имеем две наши полезные функции для отрисовки таблицы и отрисовки универсального меню. А? И даже еще и count тут пытались воссоздать. Попробуйте дома описать функцию strlen. Ну и любую другую. Принтер напиши. А еще признаете, вардан. Видите, что творит? Да? Ага. Чего? Нет, мы будем посылать значение, она будет отрисовываться такая, какая нам нужна. И придется сказать, 100 на 100 красного цвета. Да, конечно. Ну, да, она же есть. Поля-то есть? Вы же видели поля? Ну, это же не просто так. Здесь ничего просто так нет, друзья мои. Вы что? Вот, поля, видели? Кнопочка создать. Если же оно ружье-то если висит, оно же не просто так висит. Да, но мы заряжаем, мы все заряжаем. Выстрелит еще, выстрелит. Все к тому идет. Все будет. Вот. Война и мир хорошо, понимаете, писать. Наш алфавит сначала выучить. Алфавит, слова, из буквок слова, из слов предложения, маленькое сочинение все написали. Да. Где посмотреть? Завтра. Ребята, вы не поверите, завтра у вас будет день просветления. День просветления, я надеюсь. У меня был случай, правда, один. Ну, правда, может быть, конечно, их было и больше, просто один в этом сразу признался. У меня один человек, он записался на все курсы, он после этого отписался. А у него такое просветление стало, он говорит, да зачем вы мне все нужны теперь? Мне теперь никто не нужен. Я, говорит, сам это все теперь в состоянии осилить. Представляете? Вот такого, вот так он посвятился. Так что... Это не первое занятие. Все посвятили. Не, ну, в принципе, это было хорошо, конечно, на первом, да, сразу распросился. Есть такой сайт, но задание там... Вот вы знаете, к сожалению, это самая сложная вещь. Вот я вам доложу одну маленькую штуку. Вот при подготовке курса, все эти слайды, там, темы, это. Но самая сложная вещь – это делать для вас лабораторию. Точнее, придумывать. Понимаете? Это самая сложнейшая вещь. Кто бы мне такой сайт дал? Понимаете? И дело не в том, что можно придумать, конечно, да, в принципе. А дело в том, что я ведь не могу залезать вперед.